эта посылка нам пришла. Откуда, Лиза? Из Великобритании. Да, вот это мы не ожидали. Она упакована очень так качественно. Лиза сейчас ее открывает. Итак, Лиза вскрыла посылку. Все по очереди смотрим. Здесь что-то написано. Лиза, читай. Шоколадная крошка для теста в печенье в тесто. И письмо. Письмо читай, Лиза. Наташа, тихо. О, такая открыточка. Наш скайп тут написано. Скайп. Ага, хорошо. Дальше читай. Большой привет большой семье из Англии. Нам очень нравится смотреть ваш канал «Деревенские будни». И нам просто захотелось сделать вам приятный сюрприз. Небольшой подарок к наступающему Новому году. Надеемся, что все подойдет. Андрей и Светлана. Небольшое совпадение, мы тоже Андрей и Света. Ух ты, замечательно. Тут по-английски вроде бы поздравляем с... Ирина, может прочитать? Счастливого Нового года. Ирине, дай прочитать, она понимает по-английски. Вот там две строчки пишешь. Желаю вам счастливого Рождества и Нового года. Вот и все. Так, у нас Ирина английский лучше всех нас знает. Итак, первое, что у нас. Давай. Катюша там что-то у нас достала. Курточка. Курточка. Так, здорово. Какая-то не знаю, какая. А это что? Кофта, а это, наверное, маме. Как она называется, Лиза? Не знаю. Вот эта одежда-то. Это похоже на накидку. Света, это как называется? Накидка. Угу. Ну ладно. Наверное, это Наташа, теперь твоя очередь. Доставай чего-нибудь. Давай, доставай. Наташа, доставай что-нибудь. Сразу на шуршащие. А вот это что такое? Давай, шуршащие? Доставай. А шуршащие это у нас... Шоколадные крошки. О, шоколадные крошки, молоко, да, какое-то там, молочное или что там? Иди скорее. А вот это что за чемоданчик? Смотри, что за чемоданчик. Ой, не знаю. Что-то техника. Чемоданчик. О, ребята! Я просто вообще, короче, Света. Ты посмотри, Света. Да иди же скорее сюда уже, а? Вот это да! Это мы так давно мечтали, так это экшн-камера. Так я говорю. Вот это просто, ребята, это просто, я не знаю, это такой... Подождите, подождите, не, чтобы ничего не растерять, надо потихонечку все. Вот дай это вообще, вот это подарок вообще, дай прям... У меня слов нет. Теперь мы будем снимать на экшн-камеру все. И у нас уже качество съемок будет лучше всего. Хорошо, слава богу, потом это все посмотрим. Хорошо. Вообще замечательно. Так, Даша у нас что открывает? Котика, вот. Так, маленький какой-то сюрпризик. И Даша вскрывает. Вау, вот это! Часы. Вот это вообще, короче, я не знаю. Иринка, хотите? Ирина, подожди. Вот это здорово, смотрите, смотрите. Мама, иди сюда скорее, иди сюда. Мама. Это просто вообще, мама там занята пока немножко. Ну ладно, убирай-ка в сторонку. Так, Катя, иди, доставай. Давай, Катя, теперь ты. Катя, доставай. Так, это у нас... Халатик. Катя, Катя достает халатик. Вот после бани-то. Одела. Одела, ой, вообще классно. Катя, как раз на тебя. Микки Маус, да, с капюшончиком. Ой, как здорово. Давай. Тепло тебе будет после бани теперь ходить. Ну-ка, давай, Настя. Настя у нас достает тоже платье. Что-то для девочек, платье какое-то. Я нет, пойду повесить. Это... Я пойду повесить. А, это кофта, нет, это не на тебя, Настя. Папа, я пойду повесить. Это на маму, наверное. Папа, я пойду повесить. Иди повешай, Наташа, иди. Это кофточка. Это на Наташу. Это кофточка на Наташу. Ой, халатик новенький. Халатик новенький. Лиза, теперь что нам скрыла? Сарафан какой-то. Ух ты, это юбка, наверное? Нет? Ой, сарафан какой-то для девочек. Так смотри, он даже с этикеткой, он новый. Я говорю, новый. Вообще, я просто... О, он не широкий.
Это вообще... Ирина, это положь. Это не... Смотри. Тут цепочка. Черно, пока положь. Пока положь, потом маме, с мамой надо. Это что у нас? Это на... Нет, это не на Наташу. Это на Настю, скорее всего. На Катю. Настя или Катя? Катя. Ну, давай, Настя, доставай. Настя, теперь ты. Настя, самая красивая, разворачивай. Это он... Во, это ночнушка, да? Наташа, пижама, наверное. Это футболка. Футболочка. Пижама. Спать в ней. Это кепка. Новая. А это что? Это платье. На Дашу, наверное. Ага. Может, и на меня? На маму. Теперь, Лиза. Катя, Катя, подожди. Еще не твоя. Еще такая же. О, это еще одна такая же. А вон еще. Это, наверное, пижама. Да, просто в ней на спать. Вся. Так, тихонечко, не торопитесь. Это такая же новая. Еще одна. О, так тут на... Вообще, тут на как? Все такие одинаковые. Все одинаковые будут. Это моя! А? Может, они новые? Я не знаю. Ну, наверное, да. Видно же. Видно же, да. С этикетками все. Это все новое. Ну, давай, Катя. Катя, давай, твоя очередь. Ирина, хорошо. Даша, сядь. Даша, сядь. А это что у нас такое? О, это маме, наверное, или Ирине. Да, это тебе точно не подойдет. Это новое, они, наверное, специально купили. Слушай, нам. Так это все, видишь, с этикетками, значит, новое. Вообще классно. Вот это да, подойдет Ирина, тебе. Все подойдет. А это у нас... Футбол. Это футболка. Это на Ирину или на тебя? О, так это Ирина и на Лизу, наверное, подойдет. Ну да, здорово, здорово. Даша. Даша. О, еще одна такая почти. Нет, это штаны, наверное. Это платье. Ночнушка. Это тоже ночнушка. Это... Ну, я не знаю, как она называется. В общем, короче, ночевать мне можно. Спать. Так, это что? А это у нас это что? Разве? Катя у нет, нас. Это уже длинная. Катя достает Настя. У нас. Фу, Настя, я уже вас всех путать начинаю. Платье. Ой, кармашек. Катя, давай, доставай. Катя, твоя очередь. Вот так. Настя, ты что кинула? Слушай, Настя, а это штаны. Штаны? Это, наверное, тоже пижама, это да? Это Катя. Я пойду померить. Катя пошла мерить опять. Последний пакет. Давай, доставай что там. Это гамаши. А, нет, это ух кофта. Ты, такая классная свитер кофточка. Свитер это на Катю какой-то. Подойдет, скорее новый? Всего. Новый, да. Это все на Катю. Настя, еще три. Так, это у нас, это тоже, это на Настю подойдет, да? Скорее всего. Или на Катю. Это я. Катя, что замечательно. Ой, Катя уже одела штаны. Одни. Вот это точно, это на Дашу, наверное. Это на Дашу. Даша, а это на Ирину, наверное, подойдет. Или на тебя, да? Подойдет тебе? Это комплект, наверное. Настя, сейчас Даша. Это тебе комплект. Да. Наташка, это Наташке. Это для Кати. Скорее всего, Наташка, наверное, подойдет. Тоже это Наташка подойдет в футболку. На меня. На тебя? Не, на тебе маленькая. Вот это тоже Наташке. Или Кате. Вот это вот. Что такое написано? Это что такое значит? Да, так переводится? Может быть. Может нам быть. Не maybe. Ой, тут что-то... Плохо, вот я английский не знаю. Юринка у нас знает, а я не знаю. И последнее достает. Надо Паша. Тоже изучать английский язык. Вот еще одна блузка белая. Вообще классная. Это на маму. Это на маму, наверное, подойдет. Замечательно все. Вообще все? Просто классно. Дорогие Андрей и Светлана, привет вам из России, с Пермского края. Всем вам огромнейшее вам спасибо за то, что вы имеете такие добрые сердца, за то, что наш канал, он интересен вам, то, что вы смотрите наше видео. Ну и просто огромное человеческое спасибо. Всех вам благ, берегите себя, своих близких. Ну и следите за нашими новостями. Всем пока! Пока.